ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно. Привет, ребята! С вами Андрей Маснев, и в эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно». А знаете ли вы, что... Срок годности имеют не только продукты, но и всем нам знакомые предметы. Эксперты составили список вещей, которые становятся небезопасными при длительном использовании. На первом месте зубные щетки. Специалисты рекомендуют менять их раз в 3 месяца. Это при условии, что нет проблем со здоровьем зубов и десен. Если же во рту была болячка или вы перенесли простуду, то выздоровев, щетку нужно заменить на новую. Расческу следует менять хотя бы раз в год, а чистить раз в неделю. Срок годности домашних тапочек – полгода, а губки для мытья посуды – неделя. Также эксперты советуют раз в 8 лет менять матрас. Каждые 5 лет ковер. Раз в полгода – пластиковые контейнеры для еды. Безопасный срок службы полотенец – 1 год. Подушек – не более 3 лет. А знаете ли вы, что... Каждый из нас немножко терминатор. Люди, оказывается, состоят из небольшого количества пластиковых частиц, определили ученые из шотландского Эдинбурга. Эти частицы мы потребляем с каждым приемом пищи. Микрочастицы пластика попадают в воздух с окружающих предметов, бытовых приборов, мебели и тканей, и затем оседают на тарелках. За год в организм человека проникает примерно 68 тысяч пластиковых волокон. Ранее американские ученые обнаружили, что в бутылках с питьевой водой содержится около 300 частиц микропластика. К сожалению, изменить ситуацию мы не можем. Да в этом и нет необходимости. Организм человека эволюционирует, то есть приспосабливается к окружающей среде, в том числе к пище с пластиком. Ужасно интересно. Все то, что неизвестно. А знаете ли вы, что... Сердце, оказывается, любит рыбу. Международная группа ученых пришла к выводу, что опасные болезни сердца и сосудов никогда не настигнут взрослого человека, если с детства он будет съедать хотя бы 2 порции рыбы в неделю. Укрепляют сердце особые вещества – омега-3 жирные кислоты, которые содержатся в рыбе. Такой же эффект от употребления оливкового масла, морепродуктов и рыбьего жира. При этом самой полезной рыбой врачи называют не ту, что выращена на фермах, а промысловую, то есть рыбку, выловленную в реках и морях. Кроме того, рыба должна быть маленькой или молодой. В таком случае она не успела впитать и накопить вредные токсины из воды. На этом все. С вами был Андрей Маснев и программа... Ужасно интересно все то, что неизвестно.